Вы думаете, это кепка Lenovo? Да, конечно же, это кепка Lenovo. Но под кепкой находится новый смартфон Lenovo Vibe X3. Поставляется в белой картонной коробке, запечатанный, видим. И отличается следующими характеристиками. Работает на Snapdragon 808 64-битном, 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенная память, можно расширять картами microSD, 21-мегапиксельная камера, фронталка 8 мегапикселей, мощный аккумулятор. И распечатываем такой коробочки с голограммкой. Сияет, ой, как сияет. Достаем, смотрим. Достается. Как не достается. О, осталось. Вот оно. Вот она красота. Lenovo. Да, красотища. Здесь написано снова его основные характеристики, наклеечка. Зарядка 2 ампера. Также в комплекте, естественно, USB кабель. Ну и наушники, что приятно. Также шпилька для открытия слотов. И некоторая документация. Вы думаете, мы снимаем в теплых условиях? Да нет! Это счастливый обладатель новейшего флагманского аппарата от Lenovo Vibe X3, который живет на Абалоне. И мы находимся на льду. Мощные стереоколонки, якобы. Ну, мы видим сверху и снизу экрана. Трехмикрофонный аудио. Система. Все, можно снимать наклейки. День. Наклейки. Снимаем. Вот он белоснежный такой. Опа. Смартфон в металлическом корпусе со специальным покрытием белого цвета. Также ободок серебристо-металлический и имеются пластиковые вставки под антенны, которые вмонтированы в корпусе. Здесь видим 21-мегапиксельную основную камеру, сенсор отпечатка пальцев и две светодиодные вспышки. Также находится один из микрофонов. Внизу находится служебная информация и надпись Dolby Atmos. На верхней торце находится аудиоразъем, инфракрасный порт. Слева слот для наносим и microSD карты. Внизу порт microUSB. Справа кнопка питания блокировки экрана, регулятор громкости. Очевидно, что два других микрофона находятся за решетками динамиков. Фронтальная 8-мегапиксельная камера находится сверху экрана. Здесь же датчики и внизу три сенсорные кнопки управления. Также динамики для достижения стереоэффекта, если смотреть видео или играть в горизонтальном положении. Смартфон работает на Android 5.1. Здесь установлено много разнообразных приложений. Vibe X3 работает на 6-ядерном Snapdragon 808 с частотой до 1,8 ГГц, оперативная память 3 ГБ, встроенная 32.
Система демонстрирует высокие результаты в тестах производительности, а в сочетании со звуком Dolby Atmos еще и отличное звучание. Хорошую автономность до 2 дней работы обеспечит встроенный аккумулятор на 3600 мАч. Такая камера, фотосъемка, переключение на видеосъемку. Здесь вот включение режима вспышки, выбор режима съемки. И в этом меню находится переход на параметры фото-видеозаписи, где можно выбрать разрешение фото, кучу других настроек. Что касается видео, можно выбрать Full HD и Ultra HD. Фото получается отличного качества, а с тестовым видео в формате 4К можно ознакомиться в отдельном ролике. Что и говорить, во всех отношениях отличный смартфон, правда, стоит $500. Ставь лайк и до новых встреч в эфире!